Парламентская ассамблея Совета Европы назначила нового садоклащика по Грузии. Датский депутат Микаэль Янсен сменил венгерского представителя Матиаса Йорша. Грузинские парламентарии называют своего датского коллегу принципиальным и объективным. Они считают, что Янсен достойно выполнить возложенные на него обязательства. Он, так как и его предшественник, внесет свой вклад в демократическое развитие Грузии, уверены в Тбилиси. Господин Янсен – депутат датского парламента. Он очень объективный и принципиальный человек. Я уверен, он достойно продолжит дело, начатое Матиасом Йоршем. Совет Европы уделяет большое внимание развитию демократии в Грузии. Я приветствую назначение господина Янсена на пост содокладчика. Теперь именно он будет наблюдать за развитием демократических реформ в стране. Янсен – влиятельный политик в Европе.